В музыкальной школе работает несколько творческих коллективов – хор мальчиков «Бригантина», хор старших классов «Соловушка» и гордость школы – духовой оркестр «Серебряные трубы». В юбилейном концерте примут участие более 150 воспитанников. «Бригантина» приготовила песню о школе. Для военного поколения воспитанников, чьи родители погибли на фронте, эти стены были родным домом. Следующий номер программы – 21-я соната Бетховена «Аврора». Ее исполняет одна из самых талантливых воспитанниц – Алена Иванова, лауреат международных конкурсов, стипендиат губернаторской премии и премии мэра Иркутска. С этим произведением Алена будет поступать в Московскую консерваторию имени Чайковского. Сейчас репетирует ее для юбилейного концерта. Какой военный духовой оркестр без трубача? Играет Кирилл Котельников. Юные баянисты Владимир Акименко и Александр Егоров на концерте будут исполнять волжские напевы и припевки. Больше всего концертных номеров готовит духовой оркестр «Серебряные трубы» под руководством одного из лучших трубачей Иркутска Александра Сорвина. В основном это будут марши. Дань традиции, ведь изначально в школу принимали только мальчиков и готовили их для работы в военных оркестрах. Алина Вовчик, Николай Крупченко, новости сейчас.